конкретизировать этот момент, который был только что, когда он говорит, что не пытается не двигаться вперед. Сейчас я не могу двигаться вперед. Стать здесь немножко. Ну, ворот сделать эту ситуацию. Ну, чуть-чуть. Такое ощущение. Пойми, что я не могу. Я хочу развернуться и могу делать это движение вперед только. Развернуться на лицо. Начнем отсюда, чуть-чуть больше. Так, чтобы было ощущение, что я почти теряю тонавис назад. Если это получается из такого положения, можно потом попробовать сделать движение. Попробуем найти точку вращения чуть впереди, но не могу. Мы делаем только что среднее, не могу. Вести центр вперед. Точка вращения. И вдруг как будет контролировать. Я прихожу, я сразу начинаю немножко толкать. У меня нет времени думать, в какую сторону ему идти. Но он сразу начинает двигаться. И старается сердце, конечно, он может идти долго, а надо с другой стороны. Он старается не делать слишком много шагов. Делать одно быстрее. Не-не-не. На месте. Подходите, можете ставиться здесь. И теперь старайтесь не думать слишком долго, что происходит. Движение было ощущение, что движение происходит сразу, и вы сразу разворачиваетесь. Да? Лучше двумя, потому что у нас нет смысла. Да, и можно сразу толкать. Потому что если мы стоим на месте, и это одна правая и левая рука, но это не очень сложно. Если я вынужден, будьте, конечно, осторожны, когда толкаете. Лучше не слишком высоко и чуть-чуть. Ладно, стойте. Будьте готовы, потому что чуть-чуть не чувствуете, выходите назад, особенно если у вас, я не сказал об этом, но если даже деревянный, можете немножко острый колос на конце, острый кончик. Будьте осторожны или разверните ее в конце с обратной стороны. Движение происходило сразу. Почти то же самое, теперь, может быть, не совсем удобно делать движение, что рука в другом положении. С другой стороны, может быть, легче немножко уйти, чем так. Действие мы сейчас сделаем, но мы с ним будем аккуратны, потому что немножко опасно. Мы будем предполагать, что в этот момент нож партнер должен выпасть. Так, теперь с этой стороны. Только что было нападено. Теперь с этой стороны. И первое действие вы... Нож выпал. Из-за того, что он выпал, должен быть достаточно сильно. Но не будем делать слишком сильно, потому что это опасно. Мы будем предполагать... Вот такое ощущение. Может быть, лучше не ладонью, а этой частью, потому что если плечо, если рука немножко согнута, вы придется разогнуть и упадете на локоть, то видите ладонь. Поэтому такое ощущение. Нож выпал. Эту технику можно забрать. Давайте видите. То же самое с другой стороны. Первое действие. Мы не двигаемся слишком долго, он идет за мной. Нож здесь. А. Теперь такая ситуация. Вы можете использовать руку. Да. Только что я использую эту руку. Теперь можете начать отсюда, можете начинать так, как вы хотите.
деле на уровне кисти может быть самое сложное. Здесь надо поднять руку, чем силы держит, может быть сложно. Конечно, можно ее сорвать, просто могло быть так. Но мы хотим найти больше движения. То же самое, если это кат с узгоря. То же самое. И достаточно просто. Проходите. Кат узгоря то же самое движение. Может быть, некоторые из вас знают такую технику. Каждый не очень похоже движется. Это рука, берет нож. И дальше все то же самое. Мы тоже могли здесь сделать нож был с другой стороны. Можно я стену еще. Но в принципе это не сильно отличается от того, что мы видели, когда был только нож из захвата. То, что он держит мне эту руку. Вы мешаете мне сделать джип-мясо. Вы можете попробовать. Три положения мы можем держать, два положения, в которых может быть нож. Или так, или с другой стороны. Я просто собираю, идея в том, чтобы сделать шаг, смотрите, когда я подхожу к полю. И это, в принципе, похоже на то, что мы делали сегодня утром. Помните, похожее ощущение. Немножко тянет. Здесь другая ситуация, но это тот же принцип. Не тянуть себя рукой, находим направление. Теперь, понятно, что если вы захотите работать, скажем, в этой ситуации, наверняка найдете способ как-то заблокировать партнера и не дать сделать ему эту технику. С другой стороны, вам нужно найти какие-то другие решения. Может быть. Это не техника, это экзамен, не как это надо делать именно так. Может быть, вы найдете другие решения, зависимости от ситуации. Может быть, он оставляет руку далеко, в смысле, ловить, может быть, не надо делать, сам ты на эту руку или что-то еще. И даже если вы что-то можете заблокировать, ничего страшного, потому что это, все равно, это нереально, когда это произойдет. Она интересна просто тем, что каждый из них постепенно мы ограничиваем свободу движения. Себя. Так, я могу двигаться вперед, я могу двигаться в сторону, я должен развернуться. Здесь я могу двигаться сюда, здесь я могу двигаться в другую сторону. Так, у меня еще не свободна рука. Интересно понять и постепенно учиться делать это быстро. Движение ограничено, но какая-то свобода движения есть, куда я могу двигаться. Где я свободен. Давайте попробуем поэкспериментировать. Джи-ваза вы берете как хотите, держите как хотите. Ну, в основном из тех ситуаций, которые были сегодня.